Бью челом, Ваше Величество Екатерина, просвещенная императрица Всероссийская. Вы держите бразды правления самого крупного государства в мире. Россия простирается от Тихого океана на востоке до Балтийского моря на западе. Наперекор войнам, засухам и сотне других напастей богатырский русский народ живет припеваючи. Достижения российской науки и произведения искусства высоко ценятся во всем мире. Российская империя – одна из самых прочных и могущественных держав истории. Государыня, ваш народ ждет, что вы приведете его в новый золотой век просвещенного абсолютизма. Сможете ли вы создать цивилизацию, которая простоит до скончания времен? Osmanlı ulusu sizi selamlar yabancı. Ben Süleyman.
Тягостен гнев царя.
Глаз народа, глаз Божий. Thank you.
Ne istiyorsunuz? Devam et. Ne istiyorsunuz? Diyorsun. Добро пожаловать в эпоху Возрождения.
Многое начинает казаться лучше, когда остается в прошлом. И из-за этого...